Лунный шарм. Муншарм? Офигеть! Что? Так она так фармит жестко. Пипец! Что? Какая-то вот... Пчела тут... вот это вот? Да, вот это падает. Тут что-то падает. И я могу сейчас собирать этих пчел, и мне с этого выпадает что-то. Не знаю. Жестко. Гуляя по бесфарм, я увидел свою стойку. Наверное, нужно подойти к ней. В инвентаре у меня было базовое яйцо. Оно обычное, ничем не привлекает. Так, яйцо. Вылупить основное яйцо? Да. Мне выпала обычная пчела. Давайте ее прокачаем. Королевское желе. Преобразовать базовую пчелу. Пчела рад. Редкий красный. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Королевское желе опять. Медовая пчела. Эпическая, удовлетворенная пчела. Всегда полная всего лучшего меда. Если вам повезет, он поделится им. Хорошо. Как-то скучно в этом режиме. Надо бы кого-нибудь позвать. Ля-ля-ля-ля-ля. О, это что за сюрикен прилетел? Еще один? Что это такое? Они летят оттуда. Кто же здесь находится? Ты кто такой? Это я. Ты что, опять Форел Гай? Ага. Откуда ты здесь взялся? Ну, знаешь, я знаю твои действия наперед. Меня опять раскусили. Что будем делать? Ну, мне нужно. Мне тут еще куча дел. Ну ладно. Например, вот росточек наверху есть. И что с ним сделать нужно? А я к нему подлечу и его съем. Понятно, что с тобой. А мне надо будет добыть чего-нибудь. Сегодня я хочу добиться своей цели, это делать себе сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 пчел. Это очень... Ну, потому что 11 захотел. 11 пчел. Хорошо, сейчас поставлю цель и погнали. Я решил купить еще 2 пчелы, чтобы открыть вон тот барьерчик. Следующее базовое яйцо стоит 53 тысячи меда. Сейчас я это насобираю. Да-да, точно. А что мне выпало с яйца? Сейчас мы это и узнаем. Мне выпала опять базовая пчела. Давайте зелье. Храбрая пчела. Это верная пчела. Сделает все, чтобы защитить своего хозяина. Хорошая пчела. Надеюсь, она будет меня защищать от всяких муравьев, пауков, ну и так далее. То самое... Заветное третье... Ой, какое третье? Десятое яйцо. Сейчас мы его и откроем. И что же мне все-таки выпадет с базового яйца? Так. Да. И мне выпадает опять обычная... Это... Пчела. Давай откроем звездное желе. Да. О, какая-то красная эпическая одаренная пчела ярости. Очень злая пчела, которая... Так, идем-ка вон туда, и сейчас мне надо будет, наверное, сначала поставить себе цель. Для следующей лопатки или собиралки, называйте как хотите, мне нужно 40 тысяч меда. Еще бы я хотел купить вот такой вот карманный, вот он будет мне давать, ну, прикрепляем к талии, чтобы увеличить размер контейнера. Он будет давать плюс 5000 вместимости, здесь преобразовательности количества и плюс 25% лота удачи. Сейчас я на это накоплю. Первая семечка готова, вторая семечка готова, третья семечка готова, четвертая семечка готова. Так, у меня полный карман. Много очень семечек. Еще одна семечка. Не сосчитать, сколько семечек я собрал, но у меня уже 11 семечек. С довольным лицом иду в магазин. Карманную вот эту вот штучку. Все, она у меня экипирована. Еще надо сделать 30 тысяч единиц меда. И я еще куплю вот такую вот штучку. Это шлем.
Делаем миллион киберударов. Так, и последние 15 тысяч. Все. Зарабатываем пыльцу. Идем в магазин. После того, как мы пробежали в магазин, на Е, и быстренько вот так вот, и покупаем шлем. Все. Наверное, откроем последнее яйцо, и первая часть на этом будет подходить к концу. И на этом моя первая часть по бисфарму, как вот мы будем с каждой серией, с конца до самого будем зарабатывать пчел. Всем спасибо за просмотр. В этой серии мы добились много всего. Вот этой вот шапочки и вот такого вот пояса кармана. Или новую лопату мне. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кита и Фрелгай. Фрелгай сейчас не сможет сказать слов, потому что я его выключил. Реально. Всем спасибо. Удачи.